Countdown, наділося. Ну що ж, повертаємось до вас і вже не самі, вже з цікавим гостем. Сьогодні це Геннадій Полонський, доктор економічних наук та бізнес-тренер. Доброго ранку. Доброго ранку, раді вітати вас в нашій студії. Я очень рад бути здесь. Так. А давайте спочатку поговоримо про те, з якої нагоди ви завітали до нашого краю. Ну, я приїжджав на Україну, да, от іноді. И последние годы так получилось, что у меня моя супруга, она из Ужгорода. И мы как бы ездили везде, а потом решили, а почему бы не пожить в Ужгороде, тем более у нас родились двое детишек. Вот. И я нашел, что Ужгород имеет массу плюсов. Ну, Ужгород, Мукачево, я думаю, что это одно и то же. То есть это очень маленький городок, и вы знаете, по оценкам социологов, лучше всего жить в городе не больше 150 тысяч человек. Ага. Потому что если это больше, то это давление на время ваше. Например, там вот в Ужгороде пойти на кофе, мне звонят, пойдем на кофе через 10 минут. И хорошо, да, то есть в любое расстояние. Вот. А вот, например, в Лондоне, где я жил больше, ну, почти 30 лет, да, там кофе я, например, говорю, как насчет 28 декабря? Да? Я не шучу. То есть есть социальный календарь, все заняты страшно. Вот, и просто пойти на кофе вот так, ну, невозможно. Потому что это время, это давление, у всех свои дела. Если кофе, то оно должно быть каким-то или тематическим, то есть бизнес какой-то кофе, да. А так, чтобы отдыхать, как отдыхать? В течение дня нельзя. Але, в принципе, людина постоянно має бути чимось занята. Ну да, нет, люди должны быть заняты, это правда. Другой момент, что вот, да, все-таки другой экстрем. Это в Ужгороде или в Мукачево. Все как будто только делают, что пьют кофе. Этих кофемагазинов, кто работает, понимаете? Вот это действительно тоже, как бы сказать, один из... То, что все в жизни имеет две стороны, да? Можно как плюс, замечательно, да, что это... А минус такой, что действительно мало возможностей для молодежи, например, правда, с работой. И если честно, то вот я как бы не работаю активно. Мне это уже просто не нужно, я свое уже отработал. И то, что я делаю последние лет, наверное, 15, это делаю то, что мне нравится. То есть это вот я всем рекомендую делать то, что вам нравится, и не делать то, что вам не нравится. Потому что 60% времени мы проводим на работе. 60% нашей жизни мы проводим, делая часто то, что нам не нравится. Но вот мне кажется, это преступление, понимаете? И это против себя самого, потому что... И мы боимся поменять работу, мы боимся куда-то уехать, мы вот это страх, 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 страх. А ведь жизнь, она действительно, она одна, да, и надо не бояться принимать решения. И даже если решение ошибочно, только смерть трудно исправить. И то говорят, да, что-то есть там. А все остальное можно исправить. Поэтому... Так, до речі, найголовніше – це страх, і я про це хотіла сказати. І ще людський осуд. Люди бояться починати нову справу, тому що якщо не вийде, що про мене скажуть? А так, ну, да, здесь сразу несколько моментов вы сказали. Один из них – вот этот осуд, да, судьба, да, карма, да. Люди сами делают свою карму. Я верю еще в то, что есть, конечно, вещи, которые влияют на вашу жизнь из-за того, что ваш характер, ваше отношение к проблемам, ваше отношение к самой себе, ваша уверенность в самой себе, да, в самом себе. Если этого нет, то первая ошибка, и вы говорите, это карма, все, все. Это есть, знаете, и банальный пример. Вот говорят, если бы ребенок имел сознание, которое учится ходить, то после 5 падений он бы сказал «халас, все, не хочу, потому что падаю, не пойду я не хожу, я падаю, да? Я 10 раз пытался, я падаю, или там 20 раз, я падаю». Но так как он чистый, у него нету вот этого опыта, нету сознания такого, он встает и идет, и падает, встает, идет и падает, встает, идет и падает, встает, идет, 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 идет. И вот если бы мы вот это брали жизнь, да, вот проблема возникает, и мы падаем, мы обожглись, да, мы потеряли что-то, но мы встаем и идем дальше. И вот вся разница между людьми, так называемыми, успешными, да, и людьми, которые вот неудачники, это что те успешные, они встают и идут дальше. Они встают и идут дальше. А почему они встают и идут дальше? Потому что они верят в себя. Ну і, напевно, у цьому прикладі варто наголосити, що в дитини є підтримка. Вона завжди відчуває підтримку.
Ну, вы знаете, как сказать, ну, ребенок не ощущает тоже так, он прямо сознательно, что мне помогают родители, он же не думает про это, да? Родители помогают, но они помогают... Кстати, здесь другое, как я сказал, что есть плюсы и всегда минусы. Угу. Если родитель помогает ребенку, ребенку 16 лет, он им помогает, ему 25, ему помогают, ему 35, ему помогают, то ребенок превращается в инфантильного, боящегося сделать шаг без папиного или маминого согласия. И это люди благими намерениями, да, делают дорогу в ад, как говорят. Да? Как говорят, road to hell is paved with good intentions. Да? То есть дорога в ад вымощена благими намерениями. И это ужасно, конечно. Поэтому надо здесь, опять же, знать, где помогать, а где просто стоять рядом. И если он ударится, ребенок, ну, ударится. Это его опыт. Да? Вот. И надо его потом поднять. И опять же, тоже, типа, самое ужасное, я просто сейчас у меня двое маленьких детей, поэтому я знаю про это много говорить. Ошибок делаю страшное количество, да, страшное количество делаю ошибок. И вообще все проблемы людей, взрослых, идут из детства, идут от их родителей. Вот родители виноваты во многом очень. Не, а хіба це можна потім з часом якось виправити? Ви знаєте, звісно, можна. Да, вообще есть, сейчас вот много очень занимаются люди и людей, которых я знаю, они занимаются так называемой нейропластисити. Это по-русски даже, на уровне сознания, mm-hmm. да, это работа с головой. И путем медитации, да, вот есть такой Джо Диспенза, которого я очень люблю, и я был недавно на тренинге у него в Италии, хочу привести его, даже в Закарпатье хочу привести его. Mm-hmm. Вот он говорит о том, что надо, у него есть книжка даже, по-русски называется «Как изменить себя за 4 недели», а по-английски, если позволите, я скажу «How to break the habit of being yourself» – «Как поломать привычку быть самим собой». Потому что вот часто мы вот сформировались к 30 годам, и каждый новый день – это то же самое. То есть у нас есть реакции тела, например, мы запомнили, например, у нас есть свои убеждения, и вот мы, как будто не меняясь, каждый день повторяется, 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 и мы наступаем на те же грабли, потому что мы не меняемся. А поменяться можно. Можно сделать себя увереннее, счастливее, целеустремленнее. Если вы работаете со своим подсознанием, если вы ставите цели, если вы сфокусированы, если вы занимаетесь медитацией, потому что медитация – это как раз тот ключик, который позволит выключить как будто сознание. Потому что наше сознание – это та штука, которая нам помогает, но очень часто и мешает. Потому что сознание говорит, не-не, ты это не сделаешь, не-не, ты это, ты слабый, не-не-не, ты уже падал, падал. А когда вы отключаете свое сознание и включаете вот свое подсознание, когда вы делаете паузу между мыслями, вы становитесь самим собой. Вы становитесь тем божественным, что вы есть и что мы есть. Я верю, что мы действительно и гениальны, и божественны, и у нас есть связь и с миром окружающим, и с людьми окружающими, и с природой, и с космосом. И чем старше я становлюсь, тем больше я в это верю. Вообще-то я очень рациональный человек, да, я экономист, да, и всегда мне казалось, что такое там эзотерика, чепуха. А сейчас я в это верю. Я знаю, что недавно я прочел книжку про вуду, знаете, вот эти black magic, да, черные маги. Mm-hmm. Если шаман говорит, что ты умрешь там через неделю, да, в страшных муках, и люди с племени умирают, потому что настолько верят этому шаману, и он все тело подключается. Вы же знаете, полно есть примеров, когда мы действительно можем своей головой, да, сделать удивительные вещи. Сделать себе ожог, если мы верим, что это очень горячо, и так далее. Угу. То есть это все известные вещи. Просто проблема в том, что мы все время занимались тем, что подстраивали под себя окружающий мир. Строили машины какие-то, да, строили и так далее. И все-таки мало занимались внутренней, вот кто мы есть. Да? И поэтому мы так мало знаем о питании, так мало знаем о себе, так мало знаем о своей психологии. Только вот сейчас, последние где-то лет, наверное, 80, вот началась эта волна. Как быть счастливым, да, там вот от Наполеона Хилла и так далее, да. Потому что люди понимают, что они не знают себя. Мы не знаем себя. У нас как будто два внутри я, как минимум, да, а у шизофреников еще больше, правда? Поэтому вот уметь управлять этим, уметь раскрыть лучшее в себе, слушать хорошего в себе я и попросить заткнуться того я, который нам мешает, да, вот это большое искусство. И этому помогают тренинги, самодисциплина,
вот, постановка целей, альбом мечты, да, когда человек вот поднимается, вот говорит, о, я живу в Мукачево, так все плохо. Да, конечно, плохо, если ты думаешь, что плохо. Да? А если ты думаешь, эй, я живу в Мукачево, не самое худшее место на Земле, поверьте мне, я работал в 27 странах, есть серьезные страны, говорят, о, мы такие отсталые, ну, смотря с чем сравнивать, понимаете, а потом, что такое отсталые, да, то есть во многих вещах и Украина, и она более, как бы, продвинута, чем, скажем, западные страны. Я это говорю искренне, вот, в частности, отношение, например, к той же культуре, к чтению, да, и так далее. Я раньше как-то был более прозападный такой, а сейчас я понимаю, что есть масса потенциала, который есть и на Украине, и вот в бывшем СССР, да. Просто треба вміти його використовувати. Да, и, ну, это все, это, понимаете, не ждать чего-то от кого-то. Если правительство там коррумпировано, ну и бог с ним, да, вот. Зато я контролирую те вещи, которые я контролирую сам. А я контролирую что? Свое окружение, с кем я общаюсь. Или я общаюсь с людьми, которые ноют и говорят, что вот у меня здесь болит, а у меня здесь, и так далее, да. Или люди, которые все брюзжат, или люди, которые позитивные, говорят, а я хочу построить здесь бизнес. Или я хочу, например, прочесть новую книжку, или хочу познакомиться там с Геннадием Полонским, да. То есть, люди, которые хотят что-то делать, понимаете? И вот с ними общаешься, говорит, скажи, кто твои шесть... Или есть такая фраза, знаете, если шесть друзей ваших там успешные, вы будете седьмым. А если шесть ваших близких людей, которые брюзжат, или там проблемы психологические какие-то, то вы будете тоже. Поэтому вот даже в селекции, с кем вы общаетесь, тоже важно. Говорит, как я могу бросить этого друга, это мой друг. Не бросайте его, общайтесь с ним. Ну, вы уменьшите вот это общение. Общайтесь с тем, а если нет вокруг друзей хороших, да, есть книжки, есть интернет-общение, да, есть масса вещей, которые помогут вам. Есть столько ресурсов на интернете, которые позволят вам и медитацию сделать правильно, и все, что хотите. Главное, самое главное, знаете, что знать? Это знать, что вы не знаете. Потому что часто люди не знают, что они не знают. И вот это самое плохое. Не знать, что я не знаю, значит, я не знаю, что делать. Да? А если я знаю, что я не знаю, вот это уже первый шаг к тому, чтобы узнать это. Да? И так далее. А потом это знание, следующий высший этап, становится автоматическим, становится вашим «я». То есть я знаю не потому, что я знаю и делаю, потому что я вспоминаю, а потому что я уже есть такой. И вот это высший уровень знания, что ли. Знаете, дуже часто ми читаємо інформацію в ефірі про те, як проводять день успішні люди. Вони собі не дозволяють того і того, і ми говоримо, виберіть приклад, так і робіть. Дуже важко себе, звичайно, змусити. Ви як успішна людина, ми маємо змогу особисто з вами про це поспілкуватися. Що ви протягом дня собі не дозволяєте, а що обов'язково робите? Ох, мені так подобається ваш український язик. Повинна розуміти. Не, я понимаю, понимаю, да. Нет, я хочу сказать, что, ну, во-первых, что такое успешный человек, да? Это все, вот есть атрибуты успеха, там, Rolex, Schmolex, да, там, это, видимо, важно. Но для меня вот три вещи, которые должны быть у человека, три, да? Это здоровье, неправильно, нет, это если по уровню, да? Mm-hmm. Это цель, зачем вы здесь? Вот должна у вас быть какая-то цель. Вот есть такая статистика, что каждый третий человек, просыпаясь, знает, зачем он просыпается. Остальные не знают. Проснулся и проснулся. Да, и все. То есть вот иметь какую-то цель. Воспитание детей, профессиональный рост, забота о ком-то. Да, должна быть цель. Второе, должно быть здоровье. А часто вот это осознание вот этой цели, оно и делает и здоровье. Вот считается, что люди, которые имеют цель жить, да, для чего-то, они живут на 7 лет больше, минимум. Это статистика. То есть, если представляете, на 7 лет больше, если у меня есть цель. Да, вот я встаю утром, я хочу, например, я изучаю язык, вот у меня не могу дождаться пока, да, или там я там что-то делаю такое, что от чего я горю, да, вот эта цель должна быть. Потом должно быть здоровье, конечно, да, но это очень часто, ведь есть же концепция, что наши все проблемы, даже рак, ведут от головы. Есть много исследований, и если честно, то, ну, маленький ребенок заболевает раком, да, не дай бог. Это не, ясно, не от головы, да, что-то такое там. Вот. Но все-таки очень много действительно наших проблем идет от того, как мы вот воспринимаем себя, наше здоровье, себя. Вот. И если мы несчастны, то вероятность заболеть, она больше. И третий момент, то есть цель, здоровье, и третье все-таки деньги. Вот. Вот люди говорят, о, можно быть счастливым без денег. Да, конечно, можно.
Конечно, но есть такая фраза, она немножко смешная, что лучше плакать в Мерседесе, чем на велосипеде. Да. То есть, ну, как бы сказать, но и то правда, что наличие денег, наличие яхты, наличие своего собственного острова – это не гарантия, что вы будете счастливым. Это не гарантия, что утром вы не станете сказать: «О, боже мой, что мне делать?» Да? Вот. Хотя у вас есть все, казалось бы. И более того, если вот вы сравните себя и сравните людей, скажем, живущих в Центральной Африке, да, у которых нечего есть, то они подумают: батюшки, у вас есть интернет, у вас есть чистая вода, у вас есть жилье, у вас есть еда, у вас есть столько есть у вас по сравнению с теми, что у них есть, и они подумают, что вы должны быть счастливыми. Ну, каждый по-своему счастливый. Понимаете? Вот. Но, а если взять, кстати, индекс счастья, как вы знаете, то такие страны, как Ямайка, я могу не ошибаться, но, по-моему, такие страны вот не очень развитые. Ну, вот они, и понимаете, они счастливые. А возьмите вот ромское население. Мне кажется иногда, что ромское население более счастливое, чем часто вот так называемые белые, да, вот. Потому что они как-то, они, во-первых, очень низкая планка. Вот нашел в мусорном баке что-то, я не забуду эту сцену, когда мальчик нашел с папой, рылся в мусорном баке, и мальчик нашел что-то, и он: «Папа!» Там, да, вот, и папа смотрит: «Ура!» Да, и вот, понимаете, то есть вот это тоже, как бы сказать, уровень вот этого счастья, он такой относительный, что, ну, вот, и поэтому все-таки, еще очень важный момент, если позволите, да, если есть время. Очень часто люди вот сейчас: «Счастье, счастье, счастье, как бы счастливым, все мы счастливы», и люди: Я много жил в Калифорнии. В Калифорнии очень высокий уровень психических расстройств. Очень высокий уровень, да? В общем, каждому требуется один психолог, другому психологу еще психолог и так далее. И внешне все люди вот так, все улыбаются: «Hi, how are you? Life is good!» А сами уходят и потом плачут, понимаете? А внешне вот надо давить на себя, чтобы быть счастливым, потому что это норма такая. Ты должен быть счастливым, ты должен быть этим успешным. А это, получается, лишнее давление. И это, то есть быть грустным считается антисоциально. Ты грустный, ты плачешь, как ты можешь, неудобно. Слушай, все счастливые, да? То есть я хочу сказать, что вот эта планка счастья – это перегиб. Как вот мы говорили, есть что положительное и отрицательное. Вот когда человек ставит себе планку очень высокую, что я должен быть счастливым, как правило, он становится несчастным, потому что он высоко, слишком стандарт высок вот этого счастья. И если он не достигает его, он достаточно счастливый, но стандарт он хочет такой, он хочет все время быть «Хэээ», да? И тогда он чувствует себя несчастным, и тогда он идет в депрессию. Вот почему люди, например, ставят часто высокие цели очень и не достигают их, становятся несчастными, а потом перестают ставить цели вообще. Потому что я не хочу себя травмировать еще раз, поэтому не буду ставить цель. То есть это вот тоже такая вещь. То есть должна быть какая-то все-таки гармония, да? Вот. И это счастье, оно такая штука интересная. И мне очень нравится одно, не мое выражение про счастье, о том, что счастье получается не когда ты думаешь о том, как быть самому счастливым, а когда ты стараешься сделать счастливым кого-то. То есть вот забота о ком-то, о детях, о любимом, да, оно дает более глубокое счастье. Хотя это как бы забота связана часто с бессонными ночами, с тяжелыми какими-то вещами, да, вот. Но оно, в конце концов, оно полное счастье. То есть это счастье не от оргазма, да, на 3 секунды, да, а счастье более глубинное такое. Ну, а як навчитися ставити перед собою ціль, щоб вона не була захмарною, а була цілком такою, до якої я можу досягнути? Ну, ви знаєте, как бы, да, здесь, ну, вот, цели счастья – это разные вещи, да, я хочу сказать, что можно добиться очень многого и не быть счастливым. Я знаю многих людей, которые добились очень много в жизни, очень богатые, успешные, но они несчастливы. И наоборот, я знаю людей, которые не имеют много, но вот они хорошая семья, они веселятся, они выходят там танцевать, они что-то такое делают интересно. На велосипедах ездят куда-то, пешком ходят, да, вместо того, чтобы 5 звезд отель. Да? То есть, но вот что касается цели, надо понять, во-первых, что вы есть. Вот очень важно, вот мне 60 лет, да, и я как бы чем старше становлюсь, тем больше понимаю, как много вот, понимаешь, мудрость тех людей, которые писали до тебя. И вот все-таки понять, кто вы есть, какая ваша цель, зачем вы здесь, вот зачем вы здесь, да, зачем мы на земле, зачем мы родились вообще. И это, наверное, ответ никто не даст, да, но для себя что-то понять. Это очень важно, понять свои высокие ценности. Вот есть такой парень, его зовут Джон Демартини. У него есть система высоких ценностей. И вот он говорит, как определить свои ценности. У него есть методика на интернете, кстати, можете взять. И одна из них, например, о чем вы говорите в свободное время? О чем вы говорите с людьми незнакомыми?
а на что вы тратите деньги. Да? То есть вот какие-то такие факторы, которые позволяют вам понять, что для вас действительно важно. И вот поняв, что вам важно, тогда вы ставите цель. Потому что часто вот люди ставят цель: хочу быть богатым. Почему? Потому что все хотят быть богатыми. Да? Я ставлю цель богатым, а это может быть не моя цель. А что такое богатство? Что такое вообще богатство? $1 000 000 – это богатство. Я знаю людей, для которых это не богатство, это обслуживание яхты в год меньше, да, то есть не хватит. Да? То есть это все относительно. И поэтому вот понять, что вы есть, какие ваши ценности, и потом ставить цели. Да, цели, может быть, для меня вот очень большая цель – это стать лучше с каждым днем. То есть учить язык какой-то, да, что-то читать, что-то делать, читать и делать. Потому что здесь еще один момент, который мы часто упускаем. В условиях интернета мы так много знаем. Открываешь Facebook, там 10 пунктов, как быть тем-то, 20 пунктов, как быть тем-то. Абсолютная чепуха, потому что вы читаете эти 20 пунктов, соглашаетесь, как здорово. И это делать невозможно, потому что это должно быть прочувствовано, и к каждому этому пункту должны быть приделаны, прилеплены дела, действия. И вот я думаю, что будущее, да и все больше и больше, люди пытаются понять не почему, а как. Как это делать? Как стать счастливым? Как правильно менять себя? Вот какая есть техника, какая есть методология вот, изменения себя, если мы хотим стать лучше? Вот. И вот в этом плане, мне кажется, будет идти и развитие вот этой огромной литературы. В Америке выходит, по-моему, 20 тысяч книг про счастье каждый год. Да? Огромнейшее количество. То есть люди понимают потребность. Они понимают, что наличие Мерседеса или там, не знаю, Жигулей, это не является счастьем. Это просто кусок металла, на котором ты ездишь быстро или не быстро. Да? Вот. А все это, все-таки есть глубинные вещи, которые делают действительно вас счастливыми. И когда вы умираете, вы говорите: я прожил свою жизнь хорошо, я рисковал, я делал ошибки, но я добился того, что я хотел. Я стал тем, кем я хотел, и так далее. Ось тут ми з вами заговорили про те, що в людей різні цінності в житті. А які цінності особисто у вас? Ну, це как бы очень интимный вопрос. Это, типа, в какую партию вы верите, да? Или, там, верите ли вы в Бога? Ну, мои ценности, одно из моих ценностей – это саморазвитие. Да? Одно из моих ценностей – это то, что мне нравится делиться с тем, что я знаю. Это у меня вот… Ведь, кстати, еще тоже хорошая вещь – написать свою миссию. Вот, знаете, есть company, mission, да? Yeah. Например, я делаю там Nike, делают технологию там в спорте, я могу ошибаться, или Google. Мы собираем информацию и распространяем ее через там хай-тек. Я ошибаюсь, да? Ну, примерно так, миссия. Какая ваша миссия? Вот моя миссия – это преподавать. Мне очень нравится работать с людьми, да? Мне очень нравится видеть процесс изменения и видеть то, что я сам прошел, и потом я даю человеку, указывая на свои ошибки, что я делал, и вижу, как человек меняется. И если честно, то вот обычно это на день рождения. Я получил, вот в этот раз я получил все более 300, по-моему, каких-то таких. Хотя я не социальный, я не в социальных сетях, особенно я не занимаюсь этим. Но люди писали мне: Геннадий, спасибо, вы поменяли мою жизнь. Это знаете, как здорово? Это вот там деньги, шменьги, это как бы это не столь важно, когда человек тебе говорит такое. И вот это одно из. А потом дети. Да, для меня дети – это очень, очень важно. Просто так, я так расстраиваюсь, потому что я не сдержан, я ворчлив, да, я не всегда понимаю их, я всегда хочу как надо, потому что я так знаю. Вот она выливает, например, воду на пол, да, я знаю, что это нельзя, потому что мне 60 лет. Она-то этого не знает, а я требую, что почему ты это сделала, почему? А ей интересно, вода течет, журшит, да, красота. И вот надо иметь мудрость, сказать: ну, хорошо, ну, хрен с ней, с водой. Подотрем, да? Но пусть ребенок сделает то, что он раз сделает, поймет, что ничего такого в этом нет, дальше пойдет, да? Вот. Ну, не считай, когда там связано с опасностью для здоровья. Я думаю, що у кожної людини, щоб це усвідомити, має бути якийсь переломний момент у житті, щоб почати жити по-іншому. Можете розповісти, коли ви почали саме так мислити? Це дуже хороший вопрос, тому що дуже часто, якщо ви читаєте біографію відомих людей, обычно люди говорять, що от там я все потерял, да, обанкротился. Или меня бросили там все родные и близкие, или я заболел болезнью какой-то, да, и понял, что я умираю, да. То есть какая-то вот такая какая-то ситуация, которая приводит к тому, что дальше идти уже некуда, да. Человек падает на дно, и потом он выстреливает, потому что, а почему он выстреливает? Потому что ему нечего больше терять.
И вот это ощущение, что я иду... Вот если бы вот в вашей жизни вы вспомните, когда вы знали, что я должен это получить, вот мне плевать, что там я должен это получить, или у меня больной ребенок, я должен купить это лекарство, или у меня там, я стою там что-то такое, я должен это... И у вас всегда получается. Потому что люди чувствуют эту энергетику, чувствуют этот драйв такой большой, да? И вот добиться вот этого, что я так жить не могу, я должен идти вперед, несмотря ни на что. Там соседи, моседи, там, это не важно, потому что это ваша жизнь, это не соседская жизнь. И кто-то вас скажет вам, что ой-ой, какой безобразный. Но их что? Да, через полгода вы не знаете даже, кто это говорил. Поэтому вот очень важно не думать, как бы не смотреть на себя со стороны, а внутреннее будет ощущение. Потому что люди всегда, если вам очень хорошо, они вам завидуют и говорят, что это не так. Если они сами неудачники, они говорят, у тебя это никогда не получится, потому что у меня не получилось и так далее. Поэтому надо вот... Но не обязательно ждать этого момента рака там, или болезни, да, или падения. А можно создать ощущение, вот, что так дальше нельзя, и идти, как бы не опускаясь на дно так. Это сложнее, да, но вот это есть и техники. Но у меня такого, чтобы прям радикально, у меня как-то было с возрастом просто. Я жил, успешный, хороший, да, все, я профессор в Англии, да, все замечательно, хорошо. Но потом я понял, что как-то я вижу свой конец уже, понимаете. Я понял, что жизнь, она... больше, интереснее, вот, и я сделал определенные изменения, вот, и вот я сейчас живу в Ужгороде, да, ну, провожу большую часть времени здесь, и есть, опять же, плюсов полно, минусов тоже полно, да, вот, но в целом это, вы знаете, говорят, страна проживания дает 5% к вашему счастью только. Многие думают, о, я уеду в Голландию, и там будет хорошо, тюльпаны, да, но оказывается, что ты уезжаешь в Голландию, и ты сначала получаешь, о, квартира, о, машина. А потом через полгода ты видишь, что вокруг-то люди живут не хуже, а лучше, чем ты, да? И все это ощущение начинаешь перебрюзжать. Я в Англии встречал людей, которые говорили, о, эти англичане тупые, там. А чего ж ты здесь живешь тогда, да? Уезжай тогда. То есть вот это ощущение страны, вот, и вообще жизни в другой стране, это здорово активирует вашу потенцию, вашу такую, да, потому что вы должны быть не просто одинаковы с местными людьми, вы должны быть лучше, если вы хотите что-то получить. Потому что всегда, если есть выбор между вами и там каким-нибудь Йоханссоном, да, вы должны быть намного лучше, чтобы пойти. Это подсознательное, просто все-таки берут обычно из своего муравейника вот, человека, а не из пришедшего какого-то. Вот. Но вместе с тем основное – это внутреннее ощущение, это отношения. 85% нашего комфорта идет от отношения с людьми. Отношения в семье, понимаете, любовь, поддержка, дети. Вот это важно. А это не важно, какая страна. Папуа-Новой Гвинеи или там Америка. То есть это... Люди иногда слишком большой акцент делают на страну. Вот если говорить профессиональный рост, молодежь, я уеду в Америку, замечательно, уезжай. Возможностей больше там, да, или я уеду там в Англию. Почему бы нет, да? Но когда человек уезжает, это раньше было, что я уезжаю навсегда. Нет, ты поработал, заработал, вернулся сюда, да. То есть что такое перелететь самолетом, там, 2 часа там полета и все, да. Вот мы не в Англии, а здесь. И то есть все это как бы не так страшно, поэтому вот... Что-то я уже на многие вопросы ответил сам, сам себе задавал. Так, і дивіться, ми поза кадром з вами говорили про мову жестів. Проте ось ви, ну, в процесі розмови говорили, як важливо обирати поруч біля себе правильних людей. Ну, але інколи люди говорять нібито правильно, але насправді це не так. І дійсно мовою жестів можна багато чого визначити. Чи ви керуєтесь цим правилом? Ви знаєте, як би сказати, да, дійсно, я... Понимаю, что вы, наверное, делаете реверанс в сторону Алана Пиза, Аланы Барбары Пиз. Алан и Барбара Пиз – это крестные родители моей дочери Александры. Да? То есть это пара из Австралии. Если вы сделаете Google, Алан и Барбара Пиз – это body language, да, язык тела. Действительно много интересных вещей. Есть более глубокие исследования, там FBI, например, агенты пишут, да, как, например, понять, что человек врет или не врет, куда у него уходят глаза, влево или вправо, да. Там самые простые, там человек там трогает нос, да, значит, он, скорее всего, или потирает шею, или там прикрывает себе рот вот так, понимаете, то есть это, или сидит вот так, да, например, то есть это есть масса-масса вещей, это интересно, это забавно. Обычно всегда надо жест брать как минимум 3. Потому что если вы сидите так, это не значит, что вы закрытый человек. Может, вам рукам холодно, может, просто удобно. А если вы сидите вот это закрыто, там еще вы отводите глаза, вот тогда да. Тогда действительно вы закрытый человек, да. А просто, то есть, по одному жесту нельзя. Вот. Человек там делает, может, у него насморк, а мы думаем, что он жулик, да.
Вот. Ну, часто бывает, что людина нервує. Вона не бреше, вона просто нервує, спілкуючись. Ну, это тоже есть, даже есть такие, да. Но есть еще более другая вещь. Это когда вот интонация голоса, потому что через вот информацию, передачу, да, это говорят по разным оценкам, 17% всего. А все остальное – это вот язык, тело, движений, потом интонация. Вот я всегда привожу пример, который Алан приводит. Например, там Вася, да? Вася! 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 Одно и то же слово, да? Но совсем разный месседж, да? То есть послание совсем другое. Да? Вот. Очень важно, конечно, еще, вот, что касается языка телодвижений, это есть такая наука, которая называется NLP, нейролингвистическое программирование, которое не очень хорошее имеет имя почему-то вот в Восточной Европе, а вообще-то на Западе довольно распространенное. Это когда вы, например, особенно в бизнесе, вот если мы были в бизнесе, я постарался сидеть бы вот так. Вот смотрите, вот я сижу так, и вы испытываете ко мне больше сейчас доверия, правда? Потому что я так сижу. Потому что вы так сидите, да? Более того, можно подстраивать дыхание даже. Вот, или как вы часто моргаете. Вот я за вами слежу, вот я начинаю моргать так же. Понимаете? И тогда люди, с которыми мы себя ассоциируем, становятся нам ближе. Это всегда. Поэтому, хитрость. Это хитрость, это психологические вещи. Многие говорят, что это манипуляция. Но мы все манипулируем. Вот вы мне улыбаетесь, что вы делаете? Вы манипулируете. Вы хотите, чтобы я вам тоже улыбнулся? Вы хотите понравиться мне? Вы хотите, чтобы я чувствовал себя комфортно? Значит, вы мной манипулируете. Правда? Ну, вот. Да, 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 кемерик, конечно, да. И все кокетство – это манипуляция. То есть ничего плохого в этом нет. Другое дело, что если вы хотите, например, выудить от меня деньги мои и манипулируете это, да, а другое дело, вы хотите, чтобы я чувствовал себя хорошо и комфортно. Это тоже манипуляция, совсем другая. Это тоже, кстати, это надо учить. Есть полно ресурсов интернетовских, вот, и это интересно очень, и помогает в жизни, и в бизнесе помогает. А когда вы решили всем этим заниматься? А вы знаете, это как-то, ну вот, если вы захотите, если вы дадите себе слово, что каждый день я буду узнавать что-то новое. Каждый день, неважно, суббота, воскресенье, дождь, мой день рождения, да, не дай бог, какие-то еще события, да, вот, но каждый день вы думаете, что я буду что-то новое узнавать. И тогда вы понемножку будете открывать вещи, вот это мне интересно, а вот это нет, а вот это интересно, я пойду дальше, а потом пойду дальше, а потом вы думаете, а вот интересный человек, как бы с ним познакомиться. И все как будто вот есть такое понятие, как закон притяжения, да, то есть то, что вы хотите по-настоящему, оно как будто вам валится. К вам, да? Угу. Есть еще такая, если позволите, да, я скажу. Она известная, банальная вещь, известна очень давно, но многие про нее не знают. Это ретикулярная активационная система. Или по-английски аббревиатура это RAS. RAS – это такой механизм. Вот сейчас мы сидим, вот смотрите, вот здесь работает этот аквариум. Я его не слышал до этой секунды. А сейчас я… Там. 2000 информационных разных вещей, свет, звук идет к нам, да? Из этой огромной массы я выбираю только то, что мне нужно сейчас. А мне нужно что сейчас? Услышать ваш вопрос, понять его, да? Смотреть вам в глаза, почувствовать, правильно ли я отвечаю, да? Вот. То есть какие-то маленькие вещи. И вот этот фокус позволяет мне действительно быть успешным в то, что я делаю. Потому что если бы я стал слушать так, я бы потерялся. Почему человек, который идет в аэропорту, он слышит только свой собственный рейс? Он не слышит этот шум, вот там говорят, на посадку, вот это я. Да? Потому что он знает свой собственный рейс, и он слышит его. Почему человек, который хочет купить машину, Nissan красный, да? Он находит его везде, он открывает журнал, любой из этих журналов, и он видит, о, красный Nissan. Эй, спасибо, Вселенная мне дает это. Это не Вселенная дает, это дает твой фокус, твоя установка на Nissan красный, и вы видите везде. Вот если я скажу, посмотрите, найдите мне красный свет в этой студии, вы не будете замечать другие, вы будете замечать красные цвета. То есть сразу они как хоп, они выплывают. То же самое с постановкой цели. Когда цель ясна, понятна, визуализирована, вы тогда притягиваете ее к себе. А вот это думки материализуются, чи это правда? Да, это абсолютно правда. Короче, еще до карты визуализации. Чи это какая-то для молоді больше, что-то несерьезное, чи справді это діє? Я гадаю. Ну, вы знаете, я вот, как бы это интимный, опять же, вопрос, но я могу сказать, что мы постоянно ведем альбом мечты.
То есть это то же самое. Это книжка, покупаешь дорогущую, самую дорогую, что вы увидите, книжку. Да? Ага. Почему? Потому что если она дешевая, вы к ней будете относиться так. А вы купили альбом, обычный альбом для фото, знаете. Вы наклеиваете туда. Вот я хочу поехать на Балиарские острова. Да? Вот, а на следующий год я хочу или когда-то хочу поехать там в Тель-Авив, в Израиль, например. Да, в Иерусалим хочу посмотреть. Или еще посмотреть. И вот вы наклеиваете. И вы пишете там, я посетил Иерусалим в 2020 году. Да? То есть как будто действия уже совершены. И потом, вот налепив вот такие или какие-то вещи, я научился там говорить по-китайски. Или я говорю по-китайски в 2022 году, например. Да? Вот. И вы это записываете. И потом вы просматриваете этот альбом, и ваше подсознание получает, что да, вот это надо делать, вот это надо. То есть вы не просто написали и отложили, потом через год. Хотя, говорят, вот Брайан Трейси, с которым я работаю и дружу, он говорит, что даже записав просто и отложив, это уже работает. Потому что наш мозг огромный, да, он все запоминает, он ничего не забывает. Вот. Но я считаю, что надо просматривать. Вот. Если получилось, вот, особенно самое простое с материальными вещами. Это самое простое. Скажем, купить там Мерседес или что-то такое. Все говорят, ну, потому что деньги есть. Нет, если ты хочешь, ты купишь. Ты купишь, да? И сложнее с, там, с отношениями, например. Я хочу там выйти замуж, например, да? Но выйти замуж, опять думаешь, а какие качества я хочу видеть в человеке? Не просто, да, вот. А потом ты написала качества этого человека, а потом думаешь, а какие бы качества ему, этому человеку, этому принцу, хотелось бы видеть во мне, да? И я тогда думаю, значит, если я хочу, чтобы он знал там 8 языков, а я с трудом говорю на одном, да? Значит, ясно, что здесь диссонанс, понимаете, или там и так далее. То есть надо тогда, я подстраиваю модель, которую я хочу, под себя, чтобы он обратил внимание, как может человек заинтересоваться мной, чем, да? Если я хочу, чтобы он был там не пьющий или сыроед, например, да, или, а я мясо уминаю, да, все время, то есть и так далее. То есть и вот это позволяет фокусироваться, да, позволяет как бы быть вам, вот этот АРС включается, но обязательно надо записывать, обязательно надо делать фотографии, как бы это ни смешно не выглядело, потому что наше сознание, оно часто, вообще мы мыслим историями. Историями и образами, да, эмоционально включать. Вот почему, например, вот визуализация, да, вот медитация, самое главное не просто там, я представляю, что я богатый, там, да, а я представляю, что я богатый, и мне так хорошо. То есть я включаю эмоции, я включаю себя вот, ах, я чувствую вот это ах, до того, как это случилось. Понимаете? То есть я как будто испытываю радость до того, как оно произошло. Я испытываю ощущение счастья до того, как оно произошло. И когда вот это происходит, то тогда, по, как говорят вот NLP и так далее, люди, которые занимаются головой, ваше сознание, оно как радар, начинает искать вот это счастье, потому что оно уже видит, что там хорошо, да, вот вы испытали вот это, надо найти дорожку туда, как этому пробраться. И вот это вот закон притяжения там и так далее. Вот это надо делать. И опять же, вот называется креативная визуализация. Вы представляете не просто пассивно, абстрагированно. Да? Вот я, в НЛП есть такой, например, пример, я не помню, кто его приводит, когда человек хотел занять первое место, и у него не получалось никак. И он визуализировал очень много. Все, кстати, спортсмены визуализируют, вы знаете, да? Все спортсмены лежат, медитируют, все. Потому что они знают ценность этого, да, с фокусировки. То же самое в жизни, мы должны знать ценность этого. Так вот, он визуализировал себя стоящим на пьедестале. И у него не получалось. Он второе место, второе визуализировал, а потом он обратился к специалисту, а тот говорит, ты знаешь, ты не себя смотри, а ты посмотри глазами стоящего на первом месте. То есть ты как представь, что ты стоишь на первом месте, и ты видишь толпу ревущую. Не себя, потому что ты тогда абстрагирован. То есть там стоит парень, которому там, да, все рукоплещут, но ты-то стоишь здесь. А ты войди в него и посмотри с его глазами на вот этот стадион и визуализируй, и создай эту эмоции, и создай, что я сделал это, да, мои там 5 лет или 10 лет труда, я сделал это. И вот эта эмоция, и потом это привело к тому, что он действительно занял первое место, и он говорит, что благодаря вот этому переключению сознания. Ось ви заговорили про візуалізацію, і я тому і подивилася в питання, що я вас хотіла запитати, що вас пов'язує з відомим фільмом «Секрет». Ну, знаете, ну, как бы сказать, фильм действительно надел много шума. Вот. Я много знаю людей лично, да, из фильма, этим как бы, ну, горжусь немножко, да. Марси Шимов, которая была в фильме, она поет мне «Happy Birthday, Геннадий». Звонит мне, когда на день рождения, да. Вот. Я знаю Джак Кенфилда, вот, я знаю, ну, ряда людей. Вот.
из фильма. Фильм мне понравился, но фильм – это коммерческий продукт все-таки. Фильм затронул только одну часть. Фильм не сказал ничего нового, потому что все вот эти вещи, закон притяжения, это все были написаны, еще Наполеон Хилл говорил, да, это очень известные старые вещи. Вот. Но просто это было коммерчески сделано. Я считаю фильм замечательный в плане того, что он дает пинок под зад. Да? То есть он заставляет. Единственное, что там мне не хватает, это все-таки самодисциплина. То есть все-таки просто визуализировать, и я в это не очень сам верю. Я все-таки считаю, что надо визуализировать эмоции, но что-то делать. Не надо ставить план. Там про это ничего не сказано. Должна быть самодисциплина. А что такое самодисциплина? Это делать те вещи, хочется вам или нет. Да, каждый день. И вот каждый день, если вы взялись, вот особенно вот на примере языка, обучения языку, да, если вы, например, будете работать только тогда, когда вам хочется изучать язык, ничего не получится. А надо сидеть на, пардон, заднице, да, и каждый день, там, хотя бы 15-30 минут, каждый день, несмотря на ни на что, да, вы сегодня работали, вы там картошку разгружали, но вы должны эти там полчаса сделать, каждый день. И не говорить, ой, я завтра сделаю, завтра нет. Завтра нет. Завтра. Или можно, например, там ничего не делать целую неделю, а потом 6 часов сидит. Не работает так. Надо каждый день, это как вот капелька, да. И потом вот это количество по диалектике превращается в качество. Да, вы становитесь, понимаете, даже не понимаете, где этот произошел скачок. Обычно вот набираешь, ну не растет у меня результат. Не запоминаю, а потом бах, о, и оно пошло. Потом 5. Не растет, потом оп. Так все вообще движется в природе, да, вот что-то созревает, потом хоп, раскрылось, да, и то же самое и в знаниях и так далее. Поэтому «Секрет» замечательный фильм, да, вот, но вот элемент самодисциплинной работы должен там тоже присутствовать, вот, его там нет, вот, но вместе с тем, конечно, люди, которые... Просто проблема еще, если позволите, да, вот то, что часто люди добиваются и говорят, вот, я успешный, там все... Но надо еще все-таки посмотреть, ведь многие люди не добиваются. Но я все-таки отношу это за счет того, что, говорят, вот есть удача, такая штука, как удача, да? Угу. Вы сразу говорите, мне не везет, да? Это, знаете, есть такой Уайземан, он написал книжку, называется «Luck Factor», да? «Фактор удачи». И вот опросили людей, которые играют в лотерею. И оказалось, что огромное количество людей говорят, что у них они неудачливы в лотерею. Да? А есть люди, которые постоянно выигрывают. Да? И вот хотели понять, почему. А оказалось, те, которые неудачливы, играют раз, два и все. А те, которые удачливы, они играют постоянно. Понимаете, опять же, все то же самое. То есть те, которые покупают билетики, играют там. То есть они нацелены на работу, на результат, да? Они выигрывают. Але тут до лотереї. Моя мама грає в лотерею 15 років, і вона ні разу не виграла. Какие лотереи? Вы знаете, что такое вот лотерея, например, в Англии, вот есть известнейшая лотерея, где можно выиграть там миллионы, да? Представьте, что 15 миллионов людей, да, стоят вот так, и у одного из них монетка. И вот эти 15 миллионов вы должны угадать. Вот если говорить про большой выбор, да? То есть практически это очень сложно. Вот. Поэтому, что касается вот этой... Хотя есть ведь модели, да, как... Я сам не играю, да, я больше верю в то, что я как бы поставлю цель, я это сделаю. Вот. И мне кажется, лотерея это больше для... Как бы люди теряют деньги, мне кажется, все-таки на это. Угу. Да. Ось, я сподіваюсь, мама зараз дивиться, це чує. Да. Мама, лучше не надо. Вот. Тем более это то, что вы не контролируете, понимаете? Вот это совсем уж в случае. Вот можно контролировать, например, эти деньги набрать на что-то, на какую-то, да, или инвестировать что-то, или купить участок, который вырастет потом в цене, да, изучить рынок. То есть то, что вы можете повлиять на что, да? Шукати удачі в іншому місці. Да, ну і да, да. Ви, до речі, заговорили про те, що раніше не вірили в езотерику, зараз трошки в це повірили. Дуже сильно. Так, а щодо знаків долі, це ж відноситься до езотерики. Чи вірите ви в знаки долі, чи бувають вони? От зараз, якщо мені скажуть, що таке знаки долі? Знаки судьби. Знаки судьби. Ви знаєте, да, дуже вірю, да. Дуже вірю, і більше того, от всі мої помилки, наприклад, вот мы обычно, вот меня, например, здесь обманули на очень большую сумму, да, и мне были знаки, красные флажки я называю их, но я их так игнорировал, понимаете. И когда вы посмотрите в прошлое,
И когда вы видите, например, что-то у вас удача или неудача, вы видите, что все-таки были какие-то знаки, которые вам подсказывали, что ли, не надо, не надо. Да, или надо. И поэтому надо, вот здесь есть такая вещь, которая называется awareness, осознание, что мы должны жить не как, как будто мы спим. Вот масса вещей, там 90% нашего дня, мы делаем на основе прошлого. Это как будто мы спим, да? То есть мы не встряхиваемся, не смотрим на эту травинку или муравья, который ползет, как интересно, да? А мы все это вот функционируем так, как было вчера и позавчера. И даже наши, вот у Диспенза это реакции тела. Он говорит, память тела очень большая. Например, вы видите физиономию человека, который вам неприятен. И у вас сразу внутри вот все поднимается, ваш пульс учащается. Да, то есть даже вы не думаете, вы не хотите этого, но это вот само тело уже работает. То есть вы живете в прошлом. Да? Вот. Поэтому он говорит, что лучше поменять себя и изменить себя, выйти из себя, да? Поменять свои привычки. Вот. Но знаки, да, я считаю, что надо внимательно смотреть, да, и слушать. Вот у японцев есть такая концепция слушать звезды, например. Да? Ага. Когда вы периодически закрываете глаза, да, или выходите на какой-нибудь там сеновал и смотрите на небо, да, и постарайтесь вот все ваше сознание просто как будто отключить. Вот у вас в голове приходит до 60 тысяч мыслей в день. Поэтому люди говорят, когда я не буду записывать свои цели, потому что я их и так помню. Это ерунда. Надо обязательно записать. Потому что вот этот шум в голове, и, как правило, 90% этих мыслей повторяемые. То есть вы думаете о том же еще раз, и еще раз, и еще раз. Вы не развиваете еще раз, огромный вот этот шум. А медитация, слушание звезд или смотреть, как камень растет. Тоже японская фраза, да? To see the stone grow. Смотреть, как камень растет. Он, конечно, не растет, да? Ну, да. То есть, вернее, он растет, наверное, ну, да, за миллион лет, да. Вот. Но это позволяет о том, что, делать то, что вы забываете про вот эти мысли. Вы вот эту волну, вот эту мысль, вот этот, да, этот ураган постоянно, вы его снижаете, снижаете, снижаете и добиваетесь так называемой паузы между мыслями. Пауза между мыслями. Это очень важно. Если вы там 10 секунд в этой паузе сидите, это замечательно. Если вы полчаса сидите, это уже буддист высочайшего класса. Да? Вообще считается, если, например, там минута, вы ни о чем не думаете, это бомба. Это значит, вы уже так умеете медитировать. Вот. Но для чего это делается? Для того, чтобы вот это сбить эту волну, и когда эта тишина, вы начинаете видеть по-настоящему важные вещи. Вот видите этот маяк, вот волны, да, которые закрывают этот маяк, а когда они падают, вы видите вот это направление туда. То есть внутренний голос, интуиция. У женщины это лучше. Моя интуиция вообще никакая не была. Да? А сейчас я ее развиваю, есть техника по развитию интуиции. Очень интересные техники, полно на интернете, посмотрите. Вот. И можно действительно путем тренинга развить эту интуицию, чувствовать себя. И вообще больше, вот в Англии, в английском языке это называется gut feeling. То есть вот gut feeling, внутренний, как бы вот я чувствую, хочу какую-то сделку сделать или что-то такое, да. Ну, или с человеком познакомиться, ну что-то мне вот внутреннее вот такое, да. Я начинаю так гнять, не, вроде хороший парень, там все, там, да. Но внутренний вот какой дискомфорт есть, так вот надо слушать этот дискомфорт. Надо не задавливать его, а надо послушать, что тебе хочет сказать твое подсознание. Потому что подсознание глубже, оно воспринимает разные факторы, оно воспринимает, как этот человек там глазами моргает, оно воспринимает запахи его, оно воспринимает то, что я подсознательно, сознательно не могу это сделать. Да? Uh-huh. Но подсознание мне подсказывает, не надо, не надо, не надо. И uh-huh. вот здесь, в этом случае, надо слушать, развивать это. Вот. И потом все-таки люди, которые действуют по вот, интуиции, они, как правило, часто более успешны. Вот, да. Потому что рациональное наше сознание, оно важно, но рациональный наш выбор сделан всегда на основе только прошлого. Наше сознание не может генерировать ничего только на основе прошлого. Понимаете? То есть мы, по сути дела, принимаем решение только на основе прошлого, если рациональное решение. А иррациональное решение – это как раз то, что вот дает нам какой-то новый уровень. И, по-моему, Эйнштейн сказал такую фразу, что надо слушать подсознание, и вот это подсознание дает нам, открывает мир. Вот. Поэтому умные люди говорили это, да, значит, надо это слушать, и это очень тоже непросто, вот, но это очень интересно. Дуже гарно дякую вам за сьогоднішню розмову. Я сподіваюся, ми ще її продовжимо потім, тому що дійсно тем багато і з такою людиною дуже цікаво спілкуватись. Дякую, що завітали до нас. Що наостанок побажаєте нашим глядачам? Я хочу, где камерка, вот это, да? Я хочу, щоб ви видели більше
радостей вот, в жизни вокруг. Потому что можно действительно, вот мы говорим про ретикулярную активационную систему, система, которая выбирает, скажем, то, что вам хочется. Вот вам хочется увидеть грязь, вам хочется увидеть мусор, вы его увидите. Если вам хочется увидеть красоту, вы тоже ее увидите. Вы не будете смотреть на вот этот мусор или на этот отель, который 3 звезды, а не 5, да? А вы будете смотреть на природу, которая никогда не обманывает, как правило, она всегда красива. Да? То есть вы будете смотреть на отношения, да? Вы будете думать о том, что, боже, я здоров. Полно людей, которые сейчас лежат в больницах, да, со всякими там вещами, а я здоров. Это уже должно быть ощущение счастья, радости должно быть, да, что, Господи, спасибо. Да? И вот это ощущение благодарности за то, что у вас есть, оно позволит вам быть, счастливее, сильнее и притягивать к себе больше хороших вещей. Потому что вот брюзжание, негативизм, ничего не так плохо. Понимаете, все оно как бы относительно. Поэтому вот я желаю вам быть благодарными за то, что у вас есть. Стараться, конечно, иметь больше, интереснее жить, но быть всегда благодарным. Благодарность – это как будто я плачу вперед, что ли, да, то есть благодарность за то, что у меня будет, очень важно. Я благодарен за то, что у меня будет красивая жизнь. Я благодарен за то, что у меня будет красивая смерть даже, понимаете? Не просто я умру где-то в канаве, да, у меня будут окруженные людьми, там, да, родственниками, близкими, да. Замечательно. И вот это ощущение благодарности, оно делает жизнь тогда проще, и тогда вы приходите в коллектив, где вы терпеть никого не можете, вот. Но вы благодарны, что, во-первых, у вас есть работа, а потом вы благодарны за то, что вы в коллектив уйдете оттуда скоро. Дуже гарно дякую вам за цю розмову. Вам приємного, хорошого, позитивного дня. З нашими глядачами ми вже прощаємось, зустрінемось з вами завтра. Я та Артур розпочинатимемо з вами ранок в 7 годині. А зараз дивіться кіноафішу, що транслюється в кінотеатрах нашого краю. І бувайте! Бувайте!